Итак, демонстрация маломощной катушки Теслы, которая была закончена буквально пару минут назад. Первичный контур намотан проводом 3 мм. Состоит из 5 витков. Основание обычный CD-диск. Вторичная катушка намотана на пластмассовой трубе, содержит где-то 600 витков, чуть больше, может, провод 0,2 мм. Сдающая часть электронный трансформатор. Вот у нас намотана обмотка, состоит из 15 где-то витков, провод с диаметром 1,2 мм. Далее идет селеновый выпрямитель от старого советского телевизора, был снят из умножителя UN918. Далее накопительные емкости. Я экспериментировал просто с разными емкостями. Далее искровый разрядник у нас там идет. Ну, искровик пока у нас не полностью завершен, поэтому им служат обычные медные полоски. Но в дальнейшем будет сделан нормальный искровик. Вот у нас неоновые лампочки на 40 и 10 ватт. Сейчас я включу трансформатор, источник питания точнее, подключу, и мы будем наблюдать, как лампы будут засвечиваться на небольшом расстоянии от трансформатора. Так, включаем. Видим, что вот 10-ваттная неонка горит, но 20-ваттная видеомощная оказалась. Сейчас мы поднесем ее к трансформатору. Просто очень неудобно снимать одновременно и держать лампочку, поэтому будем вот... Обратите внимание на то, что 10-ваттная неонка горит. Ну, почти. Вот. Подносим так ближе. Включаем катушку. Они оба засвечиваются. Несмотря на то, что катушка достаточно маленькая, ну, на этом, пожалуй, основа работы катушки понятна. Я на этом с вами прощаюсь. До новых встреч. До встречи.